Так, сейчас мы с вами еще, короче, заглянем. О, слушай, а тут даже электричество подвезено. По-моему, вот это здание, оно как бы еще живое. Как бы мне на камере не пальнуться. Так, сейчас может временно пропасть связь, так как я спускаюсь в убежище. Блин, вот это жесть. Короче, если я туда прыгну, я уйду с головой. Трэш. О, короче, это, походу, котельная. Мне просто дверь некуда открыть. Вот, короче, вот это здание с затопленным подвалом бабаком. Я сейчас в нем нахожусь. По всей видимости, это была раньше котельная. И в котельной постоянно дежурил какой-то человек. Видимо, поэтому тут... убежище. О. Блин, ребята, я хз, куда я попал? Тесла. Короче, по всей видимости, это был склад продукции. Все такое какое-то почти чистое, кроме раньше было. Сумки какие-то. Возможно, их тут фасовали. И что, вот это холщина какая-то. Складывали мешочки. Ого, их тут как много. Очень мало света, зернышки какие-то. Говорю, по всей видимости, это, короче, был склад продукции. Короче, походу, вот это здание, оно было соединено, это поликарбонат и армированная конструкция, оно было соединено с этой большой-большой теплицей. То есть можно было, не выходя на улицу, попадать в теплицу, соответственно, собирать овощи, грузить их тут, мыть, что они там с ними делали. Вряд ли бы жрали, наверное. Вот. Туда я, наверное, все-таки не пойду. Я сейчас схожу вот в то здание. Вот это раскидано, я так понимаю, это минеральный утеплитель, который был, теплица заделана. И, соответственно, стекло, которое остекленение самой теплицы. Вот. С учетом того, что все так заросло, скорее всего, были сделаны специальные грядки, поднятые от земли. Вот. То есть, вот видите, сваи торчат. Скорее всего, на них располагались грядки, и на грядках росли овощи. Пойдемте дальше. Это, по всей видимости, резервуар с водой. Не факт, что он был пожарный. Возможно, он использовался для того, чтобы можно было поливать в теплицах. Вот. И, как видите, у нас очередное здание. Вот по нему прям видно, что он заброшен. Скорее всего, даже заброшен давно. С учетом того, что там стоят ангарные ворота, я думаю, там раньше была какая-то техника. Сейчас позырим. Так, друзья, мы с вами зашли в химлабораторию.
соответственно, тут занимались удобрениями и разными присадками и прочее. Есть какие-то новомодные удобрения. Даже они еще остались. Привикур. Хотите привикур? И там сейчас посмотрим с вами лабу. Вот, собственно, сама лаборатория. Смотрите, какая. Для хранения мензурок. Мойка, рабочий стол. Этот шкаф специальный. Ну и тут всякие реактивы валяются. Типа калия и прочее. Это, видимо, неудавшийся опыт. Такой прикольный нарост. Я надеюсь, я от него мутантом не стану. Блин, тут склад поддонов. Мне интересно. Я надеялся, будет что-то посерьезнее, чем склад поддонов. Я надеялся, что тут будет комбайн. Бухгалтерия склада поддонов. Хм. О, у меня такие же вазы дома есть. Довольно обширная раздевалка. По ней, короче, можно судить, сколько людей работало на данном предприятии. И не скажу я вам, довольно прилично. То есть можно сравнить с неплохим заводским цехом. Это, скорее всего, раньше была умывальня. Ну, в смысле, раковина постояли. О. Непонятный какой-то контейнер. Как будто здесь, скорее всего, замешивали большие объемы удобрения и уже непосредственно поставляли их в теплицы. Так, мы, по всей видимости, прошли здание насквозь. Тут что-то отсутствует. Слушай, так похоже, что это, короче, тут была крыша такая небольшая и выходы в теплицы сами. Прям такие проспекты. Вот, тут мы с вами уже были. Тут склад поддонов. Так, вторая половина. О, это, короче, блин, прикольно тут. Такая огромная щитовая. Слушайте, реально, такое чувство, что я в огромном предприятии каком-то, прям на заводе. А это всего лишь теплица. Вы посмотрите на эту щитовую. Ё-перед, это с учетом того, что мы половины, тут половины нету. Жесть. Что за... А это я понятия не имею, что такое. Короче, какие-то непонятные канавы. По ходу дела, тут тоже либо щитовая стояла, либо что. Сюда еще выйдем. О, деревянный домик. Тоже зайдем. А, тут тупиковое, да, здание? То есть мы в той части здания так и не были. Я пошел туда. Знаете, чему поражает, что это все фактически стоит в свободном доступе? Сейчас школьника напугаем. Я говорю, напугаем школьников. Прям шикарно, как будто бы. Все так очень-очень неплохо.
Еще очередная раздевалка. Я думаю, когда тут было все не заброшено, примерно так же все и выглядело. Да, все очень дестройно. Огромный здесь длинный станок, никому не нужен. Тут, короче, стрёмно ходить, пипец. Вершки. А, вот это, короче, бойлер. Не бойлер, короче, система распределения поливкой. И все развалилось. Короче, ребят, я дальше не хочу идти по этой теплице. Эта теплица какая? Это более свежая. Такая посовременнее. Именно поэтому она слегка сохранилась. Хотя тоже сделана из металла. Возможно, вот у тех теплиц конструкции были алюминиевые. Я честно не знаю, когда это уже закончится. Я все иду, иду, предприятие все не заканчивается. Там вот уже жилая часть. Мы туда не пойдем. Вот это вот здание, я думаю, мы еще глянем. Просто может так получиться, что в эти здания мы не сможем попасть. Потому что они так находятся рядом с жилыми, с жилой частью. За ними могут приглядывать. Слушайте, а вот это, короче, по ходу дела стекла, снятые с теплиц. Малая их часть. Я еще никогда так не жалел, что у меня нету с собой фонаря. Даже не представляете, как я жалею о том, что у меня нет с собой штатива, что у меня нет с собой фонаря, что я просто сюда зашел случайно. И вернуться я сюда перефоткать не смогу. Короче, это, походу, дело склад продукции, утеплителей и прочей фигни. Тут занимались подгонкой утеплителя и, короче, формировали поликарбонат для теплицы и прочее. Вот так, такое. В территории недалеко от меня проехал Дастер. Не знаю, видели они меня, не видели. По крайней мере, никак не отреагировал. Так, еще одно здание. Короче, это уже авторемонтное производство. Также хочется, чтобы тут был пожар какой-то. Походу, вот горело тут. Походу, дело это, короче, были покрышки. Ай, пипец. О, тут пустые ангары с этой стороны. И ничего нету. Так мне интересно. Неплохо был оснащен автомоторный цех. То есть тут и тебе и фрезеровочный станок, и тебе и сверлильный. Это, если честно, не могу определить, что это. Похоже, тоже был сверлильный станок какой-то. Эх, и все пошло коту под хвост. Здание есть второй этаж. Идем смотреть, что на втором этаже. Тут должна быть светлая часть. Скорее всего, будут раздевалки, пожарные, начальство. Есть начальство? Ты что, ты не привык еще ко мне? Нет. Буй, я что проверяю? Вот ключ. Я думаю... Тот был электрик. Те, кто пришли потом, искали тут много ценного. Светмет, драгмет. И поэтому тут такой
беспорядок. Ой, что-то капает на меня. Как можете видеть, я вас не обманывал. При всем при этом, при довольно неплохом сохране, тут абсолютно свободный вход. Меня поражает, что тут до сих пор столько всего сохранилось. Не знаю, сколько вот мы ходим, школьники тут, конечно, ну, буянят хорошенько. Но они бывают тут редко. Еще одно из зданий, надеюсь, оно на этот раз уже все-таки последнее, потому что, если честно, я что-то подустал ходить по этому зданию, по этому предприятию, точнее, прошу прощения. Вот. Хожу, хожу, оно все не кончается, ведь он на проволочку завязан, даже не совсем завязан. Ребят, если вы помните, я ходил, говорил, хочу бульдозер. Мысли, они материальны. Реально, блин. Это сельхоз, это уборочная техника. Зилки стоят. Это я офигел, знаю, что такое. Пипец, блин. И это все закрыто на проволочку. Вашу мать, на проволочку. Вот это я не знаю, что такое. Возможно, что-то для распрыскивания удобрения, что-то такое. Даже движок на месте. Но я не думаю, что это прям что-то заброшено. Тоже какая-то техника установлена. Знаете, при всем при этом в городе Тихвин я бы не сказал, что прям хорошо с работой. Большая часть населения занята работой на вагоностроительном заводе. Это 10 тысяч человек. Не все, я думаю, из них тихвинские, возможно, как бы с области, но тем не менее. И при этом в городе было похерено, прошу прощения, такое большое предприятие, которое приносило, может быть, не сильный доход, но оно приносило доход и обеспечивало рабочие места местному населению. Но, к сожалению, предприятие было развалено, предприятие пришел конец, его обанкротили и закрыли. Все пошло на списание. Люди остались без работы. Ну, мое видео, собственно говоря, не об этом, а о том, как в данный момент выглядит это место. И надеюсь, вам понравилось. Вы обязательно поставите палец вверх. Если вы живете в городе Тихвин, пишите свои мнения в комментариях. Ну и до новых встреч. Пока.